Вблизи села Аибга, не доезжая 3,5 километров, произошел обвал дороги, порядка 8-10 завалов. Это масштабный завал, там измеряются в тысячах кубометров. Значит, дорога узкая, стесненная. Туда выехала 1 единица техники, экскаватор гусеничный. На сегодняшний день дорога к Аибге, 3-й, 4-й, 5-й участок восстановлен. Завтра техника переходит на 1-й, 2-й участок в течение 2 дней. Отработает восстановление сообщений на этом участке. С сегодняшнего дня дорога восстановлена, у жителей маршрут восстановлен, есть выход в город.